надо выслушать. Вдруг что-то полезное скажут. Офелия, что тебя с тобой сердце прошло? Громкие аплодисменты будущим выпускникам! На сцене 4-й курс! Студенты Уральского вуза. Юных дев и мужей, что пришли, чтоб постигнуть премудрость. Ждет впереди удивительный путь вас, и скоро вам откроются тайны разных видов искусств и культуры. Мы, прошедшие путь сей почти до финала, вам расскажем о тяготах наших и наших победах. Нас не просто на сцене сегодня так мало. Потеряли мы многих, особенно искусствоведы. Отправлялись мы в плавание с шумом и юным задором. Нам казался диплом, как руно золотое Язон. До него далеко, а пока предадимся утехам. Жизнь студента не парта и стопка конспектов. Состоит из гулянок общажных и смеха. Только начали путь, как уже поджидает опасность. Закружили сирены вокруг нас дурманящим пением сладким. И поют. Ты к нам только вступи, заплатив все членские взносы. Все возможности мира окажутся сразу пред носом. Зря бывалых не слушали мы, что твердили, заткните же уши. Мы пришли, заплатили и начали слушать. Ураган внеучебных забот развернул нас заветного курса. И пришлось очень рано понять, все успеть — это тоже искусство. Боги гневно метают в нас книги, конспекты и тесты. Нам казалось, прочесть все и жизни не хватит. Но сейчас, с высоты этих лет и без лишнего треска, скажем честно всем вам, реально не хватит. Уж полгода плывем и себя величаем студентам. Но сказали, вы рано примерили звание. Коль хотите везде козырять документом, совершите 12 подвигов знания. Мы в кулак собрали мысли и знания, что в семестр дали, и пошли крушить зачеты, сессию на приступ взяли. В тех боях гуманитарных группы строй остался целым, но для некоторых раны скажутся потом смертельным. Постепенно, день за днем, первый курс был завершен. Год второй продолжается путь по просторам культурного знания. Не сойти нам с него, не свернуть, в нем нашли мы родное призвание. Но пришло понимание того, что угодно призванием зови, универу на это все равно, есть предмет поважнее раза в три. Искусствовед, СКД, культуролог, брось за умные книжки читать. Главное сдать для тебя физкультуру. Прыгать, бегать и мышцы качать. И спартанская кафедра наша в страхе держит студенческий люд. Будь их воля, то в пропасти страшной будут, кто норматив не сдают. Кто по 20 кругов отработки не бежал на июньской жаре и морозным декабрьским утром в парк не бегал сдавать 3 км. Кто не ведал разминки до пары, 7 пролетов по лестнице вверх, тот студенческой жизни по праву не изведал всех славных утех. Впереди испытаний череда, и студент разглядеть все стремится. Какова ожидает судьба, и как следует ему учиться? Для того был придуман оракул, чтобы знать результаты трудов. Сколько баллов твоих? Кот наплакал? Или их у тебя? Будь здоров! Но согласно традиции древней, предсказания сложны и туманны. Трактовать невозможно их верно на основе представленных данных. Можно пифии внять нам примеру, окурить аромат фимиама, выходя на контакт с ноосферой, понимать, что получим по баллам. 3-й год. Нами пройден экватор. Год серьезный нас ждет впереди.
факультета традиции святы, третьекурсники, будьте добры, подготовьте сперва посвящение новоприбывших в наши ряды. Ночь музейная ждем развлечения мы на теплые майские дни. Только к третьему году заплыва по студенческим бурным морям мы былого задора и пыла растеряли весьма, скажем прямо. Третий курс — это время сомнений, а туда ли с тобой мы пришли? Депрессивных, упадничьих мнений, что работу потом не найти. Третий курс — разминулись дороги, общих пар больше нету почти. И встречаемся лишь в коридоре, чтобы дальше на пары пойти. Но свело вместе общее дело, ночь музеев закончила год. В это дело бросайтесь вы смело, много опыта вам принесет. Постепенно клонятся к финалу нашей жизни студенческой дни. Незаметно, как будто порталом, на четвертый мы курс перешли. ВКР, три пугающих буквы, уж виднеются, где горизонт. Но до них и дожить еще нужно. Сессия, косы и много забот. Подводить мы не будем итоги. Не закончен еще этот год. Впереди ведь на нашей дороге приключений нас парочка ждет. Ну а вам мы желаем успехов. Путь грядущий хоть будет тернист. Ты встречай испытания смехом и веди себя, аки-буддист. Приумножение ее нам принесет.